Рязанцы, находившиеся на самоизоляции из-за пандемии, теперь могут посетить открытые веранды кафе и ресторанов. 18 июня в Рязанской области произошел второй этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. В этот же день в городских кафе был аншлаг. Люди обрадовались, что теперь они могут проводить время не только дома или на природе, а прикоснуться к цивилизации. Приятное ощущение. Чувствуешь себя человеком. Возможности выйти, отдохнуть не только дома или на лавочке. Прекрасно, что можно выйти и позавтракать в любимом кафе. Очень радостно, что все открывается. Ну, конечно, надо дистанцию соблюдать, но все равно так-то лучше, чем дома. Я рада, что ребята открылись и кафешки заработали в нашем городе. Это большой плюс для ребят, которые здесь работают. В настоящее время все работники ресторанов и кафе также испытывают чувство радости. Они выносят на улицу всю необходимую мебель и оборудование, не скрывая улыбки. К заведениям питания на открытом воздухе сейчас будут применяться требования по расстановке столов и дезинфекции. Кроме того, необходимо будет использовать одноразовое меню. В то же время открытие крупных торговых центров в Рязани произойдет только на третьем этапе снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Кроме того, в дальнейшем планируется открытие фитнес-центров и развлекательных учреждений.